Вы смотрите обзор товара удобрения Универсал 2 дюйма. Фертика 2,5 кг. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Комплексное гранулированное удобрение. Рекомендуется для выращивания овощных, зеленых, плодово-ягодных культур, декоративных хвойных деревьев и кустарников. Содержит все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении. Без хлора. Не подкисляет почву. Способствует хорошему росту растений и получению высокого урожая. Основной состав – НПК 12, 8, 14 икра, нормы и способы внесения. При выращивании рассады. В рассадную смесь добавляют 30-40 грамм удобрения на КВ, метров, под огурцы и 40-50 грамм на КВ, метров под томаты. Удобрения и смесь перемешивают, увлажняют и оставляют на 3-5 дней. При подготовке. Весной удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы, затем перекапывают. Гранулы удобрения растворяются в почве постепенно, обеспечивая бесперебойное и сбалансированное питание растений на протяжении всего периода вегетации. При посеве семян, посадке рассады. Возможно внесение удобрения и другим, более эффективным способом, в рядки при посеве семян или в лунке при посадке рассады. При этом почву и удобрения обязательно перемешивают. Гранулы удобрения сконцентрированы вокруг семян и корней рассады, что способствует лучшему снабжению молодых растений элементами питания. В период вегетации. На бедных почвах и в годы с большим количеством осадков дополнительно проводят подкормку растений 1-2 раза в период вегетации половинной нормой. При подкормке сухое удобрение вносят во влажную почву. Удобрение распределяют вокруг растений и аккуратно заделывают в почву. Норма внесения – грамм на М2. Салат, шпинат, укроп, редис – 80-90. Капуста ранняя, морковь, огурцы, брюква, петрушка, горох, бобы, репа – 110-120. Капуста поздняя, цветная, томаты – 150-160. Молодые плодовые и декоративные, деревья хвойные, земляника 30-50. Плодоносящие деревья, хвойные 70-90 см, вородина и крыжовник 100-120. Малина 80-120. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.